Много людей собралось в теплый субботний денек в микрорайоне Юрьево. Зачем? Задали мы вопрос Елене Вячеславовне. Мы все сюда приехали на праздник, правда? У нас сегодня огромный большой праздник. 50 лет поселку Юрьево. Огромная-огромная дата. И, собственно говоря, по этому поводу здесь сегодня гости и мы не будем. Скажите, а вы приготовили подарок поселку Юрьево? Сегодня мы откроем праздник микрорайона Юрьевец, и будет такая очень разнообразная программа, традиционная, духовая, марши духовые, вальсы, немножко там музыки, кино, то есть самая такая доступная, демократичная программа. Сюрпризов не приготовили? А сюрпризов не приготовили, но мы сами здесь сюрприз сами по себе, потому что мы здесь играем впервые. Концертная программа была разнообразной. Выступило множество коллективов. Среди них фолк-группа «Мужики», танцевальный коллектив «Звоны», лауреат всероссийских конкурсов певица Елена Татарина, студия эстрадного танца «Мираж», коллективы «Звездный дождь», «Россиюшка», «Родничок» и множество других. Каждый гость смог увидеть что-то интересное на свой вкус. Открывали праздник духовой оркестр Маркина и ансамбль «Мажорета». К началу праздника подъехали руководители города и области. Они поздравляли жителей микрорайона с праздником. На сцену приглашается председатель законодательного собрания Владимирской области Владимир Николаевич Киселев. Глава города Владимира Сергей Владимирович Сахаров. Глава администрации города Владимира Андрей Станиславович Шохин. Почетный житель микрорайона Юрьевец Оншина Александра Михайловна. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые жители микрорайона Юрьевец, нашего замечательного поселка, как он раньше назывался. Я вас от всей души поздравляю с этим замечательным праздником, с 50-летием вас! Рад по старой традиции приехать к вам и поздравить вас с очень значимым для поселка Юрьевец, для микрорайона Юрьевец, юбилеем 50 лет. Что было 50 лет назад, и сейчас две огромные разницы. Новая жизнь открывается в этом десятилетии у микрорайона Юрьевец, с чем я вас хочу поздравить. Добра, благополучия, удачи и нескончаемой энергии. С праздником вас! Уважаемые друзья, конечно же, присоединяюсь к поздравлениям моих коллег. Действительно, замечательный сегодня день, замечательный праздник, золотой юбилей. Тем более, что, смотрите, вот входишь на территорию сегодняшнего праздника, что первое, что самое бросается в глаза, это картины и поделки наших детишек. Вот знаете, что очень характерно, подошло ко мне Владимирское детское телевидение, вот что очень ценно, да, возрождается. И первое, что они меня спросили, а что вот вам нравится? Я говорю, вы посмотрите, какие здесь замечательные дети. Никогда не переставал удивляться, какими талантами обладают дети. Это говорит о чем? О том, что у них есть большой потенциал. Нравится ли вам праздник? Ну, праздник не может не нравиться, да? Праздник – это всегда веселье, улыбки, радость, смех. Посмотрите, сколько картин здесь очень хорошая. Школа искусств. Здесь детишки такие шедевры вытворяют и делают, что просто диву даешься, когда видишь и думаешь, что я бы такого никогда не сделал.
Ну, действительно, очень хорошо, красиво. Первый раз они праздник проводят на этой площади. Сегодня у микрорайона нашего золотой юбилей. Со дня его основания исполнилось 50 лет. Ну, а на самом деле, вот так хочется, чтобы каждый праздник проходил из года в год лучше, лучше, лучше. И чтобы на нем было больше детишек. Зрители встречали выступающих громкими аплодисментами. Улыбки не исчезали с их лиц. Площадь была наполнена радостью и весельем. Замечательный праздник, юбилей, 50 лет. Вообще, поселок строился как поселок тружеников. И люди в своем складе, трудолюбивом и требовательном менталитете, они сохранились. Это чувствуется и по приемам, и по их требованиям, и по их откликам к тому, что делает власть. Можете пожелать жителям города? Пожелать? Я желаю добра, благополучия, всего самого наилучшего и, безусловно, в первую очередь здоровья. А можете пару слов сказать для нашей... Можете сказать пару слов для нашей студии? Пожелания какие-нибудь? Для вашей студии быстрее встать на ноги, набраться профессионализма и быть известным каналом в городе Владимире. Самыми веселыми гостями праздника были, безусловно, дети. Они танцевали, смеялись, радовались, играли. Для них было много интересных конкурсов и аттракционов. Батуты, аквагрим, 9D. Но лучшим подарком для маленьких хвостов были разнообразные лакомства. Мимо карамельных яблочек не мог пройти ни один ребенок. Представьтесь, пожалуйста. Шамарданова Галина Николаевна, жительница микрорайона Юревец с 30-летним стажем. Нравится сегодняшнее мероприятие? Очень весело, красиво, замечательная погода, хорошая. Есть что-то, что больше всего понравилось? Что, не поняла? Есть что-то, что больше всего понравилось? Знаете, так выделить что-то больше всего. Выставка замечательная, то есть это вот детские работы, это здорово, это великолепно. А есть вам что пожелать жителям города? Жителям, ну, во-первых, как всегда желает всем, я желаю здоровья, оптимизма. И мое любимое пожелание всегда, я желаю всем веры, надежды и любви. И вам тоже. Среди выступающих были и самые маленькие артисты из детских садов и школ. Они дарили окружающим свои танцы, песни и улыбки. Дорогие друзья, ваши громкие аплодисменты. Детский сад номер 105. Красивая, открывая двери, вновь оживают куклы и качели. Горы, небоскребы, разноцветный город. Здравствуй, здравствуй, детский город. Время близилось к вечеру, но зрители не желали покидать этот яркий и радостный праздник. Всех поглотило это ощущение торжества. Артисты сменяли друг друга. Никому на площади не хотелось пропустить ни одного номера. Да и организаторы приготовили сюрприз, которого все так хотели увидеть. Даже надвигающиеся тучи не смогли разогнать гостей. Они увидели главный подарок этого мероприятия. Давайте мы с вами поделимся этой красотой.
было первое городское детское телевидение Кит-ТВ. До скорых встреч!